Ресторан «Русский самовар» – это одна из достопримечательностей города Нью-Йорка. Здесь бывали Василий Аксенов, Милош Форман, Булат Акуджава, Мстислав Ростропович, Кофи Аннан, Белла Ахмадулина и много других знаменитостей. Его создатель, искусствовед Роман Каплан, всегда мечтал попасть в Америку. Я был то, что называется, штатником когда-то, в городе Ленинграде живя. И поэтому Америка была для меня, ну, светочем свободы, справедливости, независимости вообще, ну, братства. Сначала он эмигрировал в Израиль, потом перебрался в Америку практически без документов и в конце концов устроился работать в галерее Эдуарда Нахамкина в Нью-Йорке. Они с женой тогда жили прямо напротив галереи. После того, как галерея закрывалась, все приходили ко мне домой. Моя любимая жена, приходя с работы в 6 часов, должна была убирать посуду, там, подавать, подносить, потом вымывать все это. Продолжалось это все много лет. И в конце концов она сказала, значит, слушай, если тебе так хочется, значит, сидеть каждый вечер с твоими друзьями, выпивать и закусывать, открой ресторан. И тогда я впервые начал думать, что, может быть, это мне не такая плохая идея. Итак, «Русский самовар» был открыт на 52-й улице, неподалеку от Карнеги-холла, в самом центре театрально-концертной жизни Нью-Йорка. Когда-то этот ресторан назывался «Джили», и принадлежал он Фрэнку Синатру. Здесь, на втором этаже, где когда-то была квартира Фрэнка Синатра, был такой корейский вроде бы бордель. Несколько душей, три джакузи. И нас они постоянно заливали. Все время. У нас не было практически дня, когда у нас не было какой-нибудь катастрофы. Да? То есть мы прошли через невероятные трудности. У нас еще был здесь пожар. Мы должны были вообще закрыться по всей ситуации, которая нависла над нами. В конце концов, уже не было денег на то, чтобы платить рабочим. И было безумно грустно. Я думаю, ну все, что ж, это самое. И в это время случается вообще чудо на самом деле, да? Потому что Иосиф Бродский получает Нобелевскую премию. С Иосифом нас связывала любовь к стихам, любовь к иностранным языкам, которую он тоже любил. В Ленинграде он звонил мне чаще, если ему нужно было узнать то или другое слово или какое-то значение. Но я никогда не знал Иосифа богатым и при деньгах. Я позвонил Иосифу и сказал ему, что, знаешь, вот так и так, знаешь, самое. Ты сегодня богатый, а я сегодня бедный. Вроде бы приходится закрывать, значит, лавочку, да? Не мог бы ты как-то посодействовать, да? Иосиф сказал, конечно, давай позвоним Мыше. Так он называл Барышникова. И мы встретились втроем, и Барышников сказал да. Сегодня самовар, это центр, в общем, такой очаг, небольшой очаг, русскоязычный, в котором в течение вот многих лет происходят какие-то экстраординарные события. Когда вдруг приходит как поразительный, там, всемирно известный певец, и вдруг только для сидящих в ресторане он что-то там споет. А теперь представьте себе, Рома, что вам позвонил, скажем, Юрий Михайлович Лужков и предложил перевезти самовар в Москву, на Тверскую, и при этом оплатить все расходы. Я бы сказал, нет. Мне не нужно больше никаких мест. Мне нужно одно, но любимое –